Соловей мой, соловей появился среди ветвей, словно призрак среди ветвей возникает соловей. Соловей мой, соловей, где ты, среди каких ветвей, среди развесистых ветвей зовет песню соловей. Вот явился соловей, ходит он среди ветвей. Посмотри, среди ветвей вестник счастья, соловей. Расскажи нам, соловей, что ты видишь сквозь ветвей. Чуд, вот рядом из ветвей сердцу вторит соловей. Шалунишка соловей все поет в тени ветвей. Из таинственных ветвей нам внимает соловей. Ангел ночи, соловей, ищет свищет из ветвей. В лунной хижине ветвей поселился соловей. Узник музы, соловей, средь таинственных ветвей. Это он среди ветвей, муз-любимец, соловей. Человек и соловей, мы одни среди ветвей. Аплодисменты. Интересно, предчувствия оправдаются или нет? Какие такие предчувствия? Да есть некоторые предчувствия. А насчет чего? Не важно, если оправдаются, не знаю. Ну что ж, пауза. Человек не соловей, даже если среди ветвей. Человек не барабан, даже если сквозь туман. Человек не стая туч, даже если он могуч. Человек не груда скал, даже если он устал. Человек меня поймет, если он не идиот. Человек не идиот, даже если не поймет. Человек не человек, если он не человек. Человек не против бы отказаться от борьбы. Аплодисменты. Ты уже знаешь, ты что имеешь в виду? То же самое, что и ты. А я не понимаю. Понимаешь, понимаешь. Да не понимаю. Ну не понимаешь, не надо. Ну не надо, так не надо. Пауза. Человек идет туда, где покой и тишина. Человек идет туда, где ему не надо быть. Человек идет туда, где его уж заждались. Человек идет туда, где его уже не ждут. Человек идет туда, уж откуда не уйдешь. Человек идет туда, восвоясь навсегда. Человек идет туда. Человек идет туда. Аплодисменты. Разрешенный воздух. Какой? Разрешенный? Не разрешенный, а разрешенный. А мне послышалось разрешенный, так даже лучше. Так может и лучше, но я сказал разрешенный воздух. Да я уже понял, что ты сказал, но разрешенный все-таки лучше. Пауза. Да, уровень общения. Что уровень общения? Да я вот думаю. Есть, наверное, какой-то способ достижения тех уровней общения, которые недостижимы никаким иным способом. Ну, наверное. Ну вот, а ты говоришь. Я говорю. Пауза. Важно и в шуме найти ритм и порядок. А они там есть? Есть. Надо только прислушаться. Ну, тогда это уже не шум. Тогда это уже не шум. Тогда, конечно. Пауза. Человек не может жить без того, чтобы не петь. Человек не может жить без того, чтобы не любить. Человек не может жить без того, чтобы не страдать. Человек не может жить, если нет у него. Человек не может жить без того, чтобы умереть. Человек не может жить. Человек не может жить. Аплодисменты. Непонятно,
Что непонятно? Да ничего непонятно. Что значит ничего? То и значит непонятно и все. Странно. Длительная пауза. Аплодисменты.